это член киноклуба Юрий Александрович Домнин. Это почетный член киноклуба Людмила Павловна Сарычева. И член киноклуба Голда Любовь Александровна. Вот, вот у нас господин Домнин, Людмила Павловна и Любовь Александровна. Здесь присутствует? Да, вот Людмила Павловна. Выходите, Людмила Павловна. Вот, я вам точно могу сказать, что молитвами этих людей наш киноклуб еще держится. Я не ожидал такой оценки. Служу России. Потому что я очень поздно вступила в этот клуб, нет, когда я страдала, что я не могу посмотреть ни документальных, ни хороших фильмов. Мне говорят, а почему ты не ходишь в клуб русского зарубежья? А я просто не знала, думаю, что такое. Я пришла, и с тех пор я не ухожу отсюда и не уйду. Потому что здесь работают настоящие люди, которые болеют за Россию, за искусство, за хорошие фильмы. И, знаете, очень тепло здесь. Мне уже много лет, но меня встретили очень хорошо. И президент, и Наташа. И вообще я очень как-то вот каким-то теплом окутана здесь. И нахожу здесь душевное тепло. Отсюда у меня и физическое появляется. Поэтому я очень благодарна. И вот последние фильмы у нас, находки есть. Все говорят, вот нужно как вот по всей форме. Форма соответствует содержанию. Вот я посмотрела последний, была на последнем показе фильма «Габелия». Знаете, там нарушено, как бы игровое есть и документальное. Документальное не выбросишь, игровое есть. Это совершенное новаторство. Я уверена, что только в России может возникнуть это, потому что это удивительное слияние. Я до сих пор хожу под впечатлением, как человек мог уместить 9 заповедей вообще, вы понимаете, то есть, ну я от души вам благодарна.